Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком», тема «Война», вопрос 3428. Постоянно читаю, что Александра Невского называют покровителем русского воинства. Как этому поверить, что именно он помогает одерживать победы? Отвечает Игнатий Лапкин. Относительно покровительства – бред сивой кобылы. То у студентов покровительница Татьяна. С Татьяной к Шувалову нужно обратиться было, может. У него любовница какая-то, Танюша, была, а он прикрыл это памятью святой. Сделали к 8 марта дню всемирного разврата, поношение и посрамление. Всех женщин еще дополнительно 2 дня распутства. День Татьяны и некого Валентина. Это все не от Бога, а значит от иного Бога. Если мы верим, что есть небо, есть иное жительство, то кто же знает, чем занимаются вошедшие туда? Колосина 2.18. Никто да не обольщает вас самовольно смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надбиваясь плотским своим умом. Если Александру Алексею дана такая должность помогать безбожникам и хулителям имени Божия, а такого всегда было воинством, то что это за небо? У тех, с кем борется воинское русское, у тех вояк есть свой покровитель, католический, и он помогает, конечно же, не русским. Но если на небе нет войны, то как же там будут два враждебных друг другу покровителя? Некогда патриарх Ридгер Дроздов и министр Грачев назначили римскую девицу Варвару покровительствовать ракетам «Сатана» и всем ракетным войскам распавшегося Союза. Дала ли она им знак какой-то, что согласна быть покровительницей ракеты «Земля-Земля» дальнего поражения? Суесловы и мракобесы, безбожники и циники, обольстители, вожди слепые для слепых. В Библии только 6 раз говорится о покровительстве, и все 6 раз только о Боге. Значит, и речь нужно вести относительно покровительства единого от Бога, и благоволит ли он к воинству. И вообще, кому Бог Иегова расположен, чтобы прикрыть их от гнева Божия? Второзаконие 2.7. Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот, 46 лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка. Покровительство выражалось в том, что все было в достатке. Так ли ныне в вооруженных силах? Второзаконие 33.12. А Вениамин сказал, возлюбленный Господом обитает у него безопасно, Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его. Покоя нет и не предвидится, а напротив того, нужно со дня на день ожидать нападений со всех сторон. И к этому благословению русское воинство ни с какой стороны не прислоняется. Псалом 5, 12 стих. «И возрадуются все, уповающие на тебя, вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобой, любящее имя твое». 2 Маковейска, 13 глава, 17 стих. 3 Маковейска, 6, 7. Иудив 9, 11. Я с самого начала бойни говорил, что попы, играющие войну, доиграются. Вот что пишут в газете «Щит и меч» 5 апреля 2007 года, страница 7. Кавычки открыты. «Камуфляж косу не спрячет». В окормлении несущих службы на Кавказе и в различных регионах участвуют около 2000 православных священнослужителей. Традиция военного духовенства крепнут с каждым годом, потому что потребность в Божьем Слове не ослабевает. В той же Чечне, кто крестится, кто исповедуется, священники работают на износ, плюс опасность. Не каждый рискнет. Снайперы ведут на них настоящую охоту, как за старшим офицерским составом. Вознаграждение – несколько десятков тысяч долларов. Камуфляж длинные волосы не спрячет. Вот и пришлось отрезать косу, которого отца Дмитрия ножницы не касались 15 лет.
Только покрестят ребят, а им через 10 минут на боевое задание. В горячих точках молиться начинаешь сильнее. Контрактники без духовной основы превращаются в обычных наемников. А так подкамуфлируют матерщинников, и они уже не просто наемники обычно, а наемники с православным окрасом. Откровение 13.10. Кто ведет в плен, тому тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Все, что свидетельствует попы о необходимости убивать, лукавство. Притча 19.28. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотают неправду. На праздник стеклися в божницу Дагона народ и князья филистимской земли. Себе на потеху они и Самсона в оковах туда привели. И шумно ликуют, душа в нем уныла. Он думает думу, давно ли жила. Кипила в нем дивная страшная сила, Израиля честь и хвала. Давно ли, дрожа и бледнее толпами, враги перед ним повергались во прах, и львиную пасть раздирал он руками, ворота носил на плечах. Его соблазнили долитой прекрасной, коварные ласки, сверкание очей, и пышная лона, и звук любострастный, пленительных женских речей. В объятиях неги его усыпила Далида, и кудри остригла ему. За ней в них была его дивная сила, какой не дано никому. И Бога забыл он, и падшего взяли Самсона враги, и лишился очей, и грозные руки ему заковали в медяную тяжесть цепей. Жестоко поруган и презрен, томился, в темнице и мельницу двигал Самсон, но выросли кудри его, но смирился, и Богу покаялся он. На праздник Дагона его из темницы враги перевели, и потеха он им. И старые, и малые, и жены блудницы, ликуя, смеются над ним. Безумные, бросьте свое ликование, не смейте, смотрите, душа в нем кипит. Несносно ему от врагов поругания, он гибельно вам отомстит. Незрячие очи он к небу возводит, и зыблется грудь его гневом полна. Он слышит, бывалая сила в нем бродит, могучие его рамена. О, дай мне погибнуть с моими врагами! Внемли, о мой Боже, последней мольбе Самсона! И крепко схватил он руками столбы и позвал их к себе. И вдруг оглянулись враги на Самсона, и страхом, и трепетом обдало их, и пала божница, и праздник Дагона под грудой развалин утих. 1 мая 1846 года, НМ Языков.